Почти все учреждения культуры Иркутска примут участие в популярной в нашем городе акции «Ночь искусств». Очередное мероприятие состоится уже 4 ноября, но пройдет оно в онлайн-формате. Городские учреждения культуры подготовили для зрителей множество спектаклей, экскурсий и мастер-классов. Все это можно будет увидеть либо в социальных сетях театров, музеев и библиотек, либо на их YouTube-каналах. Так, например, в программе акции запланированы онлайн-встреча с участниками выставки печатной графики. Специалисты расскажут о всех тонкостях ремесла и научат участников технике рисования с помощью отпечатков пальцев. В течение вечера перед зрителями выступят также иркутские поэты, а актеры из областной столицы представят музыкальную комедию, поставленную по пьесе нашего земляка Владимира Гуркина «Любовь и голуби».